Все, съемка пошла. Так. Скажи что-нибудь, брат. Раз, раз. Ага. Давай. Ну, что, и можно пальчиком придерживать. Кто? То есть здесь надо себя держать? Нет, ну, только на разбеге. Если в воздухе захочется держаться за что-нибудь, то тоже за это чувствуется. Ну, я готов. Так. Вот опираемся, да? Опираемся, да. А мы к вам не подходим здесь, да? Вот одну ножку вперед выставите, там, которая у тебя оформлена. Угу. Опираемся. Руки не высовываете отсюда? Да, руки у тебя в полете, короче, не спутаны. Готов? Упираемся. На как вправо встань. Ну, сейчас веревка тебя захочет влево поворачивать, не поворачивать. Все, откидывайся. Откидываться? Да. Семьдесят метров высоты. О, круто. Дождик усиливается. О, дождик. Так классно. Пока очень плохо мне так видно. Дождик бьет. Ну как? Класс! Класс? Класс! Сидишь удобно? Да, очень. Давай палку подраздвинем чуть, чтобы поинтереснее были кадры. Держи ее крепенько. Вот. Походу долго будем. Пока не намокнем. Да. Чего-то тут так мокро. Мокро, да, и капли бьют прям в лицо. И против ветра вообще не пробиваемся на полностью отпущенных тренерах. Ну, по идее, мы вперед, вперед потихонечку должны пробиваться, но сильный ветер. О, я чувствую ветер. Так качает. Вот это нас качает. Или это вы делаете специально? Классно. Да я врубаюсь.
надо сейчас от леса вот этого, который справа, ага, подобраться поближе к нашему шатру, который слева. Сейчас мы сбросим чуть-чуть высоты. Ага. И, наверное, ветер станет потише. Будем на посадку маститься. Ага. А, на посадку тебе надо будет из подвески вывеситься вперед. Вперед вывеситься? Ну, как бы, да, попой вперед проехать. На обе ноги, которые у тебя вместе, рядышком, на обе ноги приземлиться одновременно. Так. Коленочки вместе. Так. И подошвы тоже. То есть мне вот так вот сесть прям? Не, ноги выпрями, у тебя сейчас выпрями. Очень сильно они. Ага. И на чуть согнутые в колени. Ага. Ой, о, нормально. Валя, ну как? Отлично. Так, подожди, замри. Давай тебя отцепим, потом ты скажешь интервью. Уши заложила. Ну вот смотри туда в камеру и расскажи, что ты боялась, что ты не боялась, что тебе понравилось, что тебе не понравилось. Ощущение, как будто ты летаешь, как птица. Но очень мокро и капли капают в глаза. Ну вот, как самолет, в общем, перейдешь. Мне понравились качельки вот такие, туда-сюда, когда ты катаешься. Ты что, приедешь? Да, наверное. Я не знаю. Да, я хочу вообще-то. Отлично. Давай сюда, пожалуйста.